Что же, прочистим уши. Я хотел бы, конечно же, дорогие друзья, прокомментировать все то, что я вижу, хотя глаза бы мы этого не видели. А что ты, Аверин, прикрываешься гитарой? Опа! Опа! Я вам так скажу. Аверин, сильно. Ну? Боярский, смело. Ермольник, странно. Хазанов, спорно. Спорно, годится. Любовь Юрьевна, вы прекрасны. Дорогие друзья, в шоу «Перевоплощение» члены жюри нашего удивительного проекта. Хочу сказать вам честно, я очень многому за эти 3 сезона научился. Я много раз повторял, что я бы никогда не смог сделать того, что делают наши конкурсанты. И, честно говоря, артистам всем свойственна зависть. Я 3 года практически репетировал. Сейчас я попробую при вас показать то, чему я учился. Я сейчас попробую поздравить вас от лица мастера невероятного Геннадия Викторовича Хазанова. С Новым годом! Ваш Хазанов! Потрясающе! Леонид Саныч, а женские образы можно попробовать, например, Любовь Юрьевну? А, сейчас. Назальность проверьте. С Новым годом! Ваша Любовь Казарновская! Потрясающе. Похоже, нет? И все думают, что могут показать Михаила Боярского. У меня долго не получалось. Вот сейчас проверю на вас. С
Новым годом, ваш Боярский! Ну, скажите за Максима Аверина что-нибудь, и давайте начнем шоу. Его мне труднее всего было делать, но его так любят зрители, что ошибиться в показе Аверина нельзя. С Новым годом, целую в засос. Потрясающе. Члены жюри, замечательная наша славная пятерка. Леонид Ермольник, прошу. Любовь Казарновская, Михаил Боярский. Максим Аверин. Ну и, конечно же, Геннадий Хазанов, главный фанат группы «Лорди».